столице осенняя генеральная уборка. Муниципальные службы приводят в порядок парки и другие зеленые зоны. Там собирают листья и бытовой мусор. К тому же власти обещают посадить 50 тысяч деревьев. Работаем граблями, подметаем, собираем листья, бумажки, все, что есть на территории, чтобы было где пройти, чтобы было чисто. Горы листьев, тут даже машине не проехать, собираем вручную. Утрамбовываю как могу, а то все не поместится. Мы на работе с 6 утра, наступила осень, так что у нас много работы. Опавшие листья отправят на переработку. Все листья, мелкие ветки и скошенную траву мы подвергнем аэробной переработке, превратим их в компост. Генеральная уборка продлится в столице до конца ноября.